Наш конкурс, в конкурсе принимает участие более 40 участников, вокалистов из России, Монголии, Японии. Представители многих регионов приезжают. Действительно, очень представительный конкурс у нас получается. Также наш конкурс является региональным таким отборочным этапом для международного конкурса итальянской оперы «Компетиционе дель опера». Неизменным председателем жюри будет заслуженная артистка России Тамара Новиченко. В Бурятии она не в первый раз. 4 года назад возглавляла жюри этого международного конкурса. Артистка с восторгом говорила о наших талантливых исполнителях и о том, как сложно проводить отбор среди сильных вокалистов. Я очень люблю Бурятию, Улан-Удэ. Я уже тут не первый раз давала мастер-класс и вот прошлый конкурс. Люблю ваш город и люблю ваших певцов. Такие они все голосистые. У них такое, вот, как мы говорим, русские, что у них такое устройство вот, лицевое, что невольно там голос прямо звучит, как 3 голоса. Школова в этом конкурсе принимает участие впервые и представляет Республику Калмыкия. Она выросла на классической музыке. Ее папа был музыкант. Он часто бывал в Бурятии. И с самого детства я была воспитана на бурятской культуре, можно так сказать, на бурятских песнях. Я с детства слушала голос Галины Шагдагбаевой, вашей величайшей певицы. И для меня очень волнительно. Я как только узнала, что проходит конкурс именно в Улан-Удэ, я приехала к вам. Еще один участник конкурса – известный солист Бурятского театра оперы и балета Михаил Пирогов. Недавно он стал обладателем гран-при на международном конкурсе оперных певцов в Красноярске. На этом конкурсе ему бы хотелось выступать последним, но это определит жеребьевка, которая пройдет уже завтра. Важно вот именно для меня сейчас здесь, на данном конкурсе, вытянуть правильный номер для себя. Вот, и очень... 50%, наверное, зависит все от этого. Конкурс пройдет в стенах театра оперы и балета с 26 по 28 мая. Участие в нем примут более 40 человек, 10 из которых будут наши земляки. Наталья Китаева, Александр Хамаганов, Первое альтернативное.